6 по 8 апреля в спорткомплексе «Олимпиец» проходил финальный этап чемпионата Украины по футзалу среди команд девушек 2006-2007 годов рождения и младше. В турнире участвовало 6 команд из Харькова, Черкас, Балаклии, Красиловки, Шпалянская, ДЮСШ и, конечно, Славутич. Наша команда была фаворитом. Выиграв все 5 матчей с разницей мячей 22-4, они заняли уверенно первое место. Второе и третье места определялись только по разнице мячей. Перед торжественным закрытием девчонки немного поразминались и потанцевали. В основном только призеры. Первым на закрытии выступил мэр города Фомичев. Мы желаем задоволения сегодня быть тут присутствием, вітати переможців, вітати всіх, хто прийняв участь в цих змаганнях. Тому що ви всі переможці. Тому що ви обираєте здоровий спосіб життя, ви обираєте розвиток, ви обираєте нові вершини, нові досягнення. І переконані, що в вашому житті буде ще багато подіву біля п'єдесталів на вашу честь і домагати гімн нашої держави. Вам натхнення, вам розвитку, розвитку потужного, молодіжного в нашій молодій незалежній державі України. Святом, святом спорту. Ми завжди раді бачити Славутичі. Ми спілкувалися між собою очисні гості. Ми не виходимо з цього комплексу, що у нас наступні змагання в різних напрямках, в різних видах спорту. Запрошуємо до Славутича. Завжди раді бачити. І всім гарного настрою. Дякую. Представитель Киевской Федерации футбола Копич пожелал всем удачи и пригласил на последующие турниры. Приятная неожиданность ожидала именинников. Котлярова Диана и Власкова Дарья получили по огромному торту. А после этого наградили лучших игроков турнира. Анастасия из Харькова – лучший вратарь, лучший нападающий Диана Шпалянская ДЮСШ, лучший защитник Виктория из Черкас, лучший бомбардир Рождественская Валерия Славутич. Участники турнира получили грамоты, а призеры – кубки и медали. За третье место наградили команду «Тесла-3» из Харькова. За второе место кубок и медали получила команда «Ника» Шпалянская «ДЮСШ-1». Ну а победила команда КАДУ США «Олим», город Славутич. С 18 по 20 апреля в «Олимпийце» новый турнир, финальный этап чемпионата Украины по футзалу, первая лига среди женских команд. Приглашаем прийти на этот турнир.